воскресенье в Самарской области пасмурно с прояснениями, -3, -5 градусов днем, ночью 6-8 ниже 0. Юго-восточный ветер 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, днем -4, ночью -8 градусов, юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем -3, ночью 7 ниже 0, юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем -4 градуса, ночью 7 ниже 0, юго-восточный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.